суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси из The Dog Father. Всем здорово. Мы продолжаем играть в игру SWAT 4. Это пятая миссия. И ситуация просто здесь крайне предельно напряженная, потому что на автостоянке патрульные проезжали и увидели, как происходит попытка взлома и угона автомобиля. Они сделали предупреждение, на что автогонщики достали свои большие пушки и начали стрелять в ответ по полицейским. После этого они убежали вглубь здания, при этом захватив с собой заложника, некого Гэри Альтмана. Так вот, как Alt, Control, это Альтман. В общем, он... Ну, почему они его захватили? Потому что, я думаю, он позвонил в службу спасения, то есть он Криса, а Крис надо наказывать, поэтому они взяли его с собой. Они потребовали бронежилеты и еду, но им сказали выпустить заложника, они отказались, и через 3 часа они сказали, что мы ставим вам ультиматум. Или вы нам предоставляете зеленый коридор, или мы мочим заложника, короче, и все. После этого переговоры зашли в тупик, и ситуация предельно напряженная. Господа, повторяю, предельно напряженная ситуация. Да, и в 3 часа и 30 минут ночи нас вызвали. Да, вызвали как бы с теплых... Решать пацанов. Вопрос. Да, да, ну взрослых пацанов, команда А и Б, поэтому... Ага. Так, я беру, значит, что я беру? Я беру Г-36С и возьму оболоченную пулю для того, чтобы наносить полный урон. Также я беру кольт с нормальной пулей, то есть я планирую в этой миссии лупить их на убой, потому что у них автоматическое оружие, то есть это уже не наркоманы, которые там одно ружье на троих, и не те клоуны, которые с пистолетами, и то те клоуны в прошлой миссии меня убили, поэтому я беру по полной в тактическом игру. Газ я брать не буду, но он нужен, потому что я буду брать шлем. Поэтому я лучше вместо этого возьму еще одну светошумовую гранату. Оставлю аэрозоль. Значит, из защиты я беру шлем и тяжелую броню. Будем дредноутами, джиггернаутами, которые будут тащить просто потную катку. Что берешь ты? Я возьму УЗИ с глушителем. Возьму оболоченную пулю к нему. Также тезер возьму. Ну, если получится, чтобы кого-то обезвредить. 2 блокиратора, 2 шок-гранаты, 1 светошумовую, дробовик, шлем. Легкую броню. Легкую броню? Че думаешь, взять тяжелую? Ладно, я возьму тяжелую, буду первым заходить. Все, поехали. Хорошо, готов. 70-й. Арлингтон. 3 часа ночи, не дают поспать нам. Мне придется опять спасать этих гондольеров. Ну ты реально джаггернаут, блин. О, да, надо же включить твой экран. Полиция, бросить оружие! Вот сука, убежал. Тихо, 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 сейчас. Посмотри за той дверь, которая напротив меня. Смотрю. Руки вверх! Полиция, бросить оружие! Брось пушку, быстро! Полиция! Там один на лестнице сверху. Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Ты видишь их, да? Стреляешь, чтобы они свои ближе не поднимали. На колени, быстро! Они ушли. Не-не-не. Один в дверях лежит мертвый. Одного повалили. Подозреваемый убит. Вот трое. Полиция, держать руки на виду! И не уходи тогда далеко. Нормально здесь. Что, его обезвредить? Не-не-не-не-не, он... Это нервный, похоже, сложный. Он сопротивляется? Мы задержали подозреваемого. Да. Он тяжело ранен. Понял. На колени! Смотри, его... О, да. Что у него с лицом? Как тупит что-то. Боже, как он орёт. Слушайте. Увезите меня отсюда! Гражданские в безопасности. Ну, нифига себе здесь. Подозреваемый задержан. Просто гнездо. Я тебе говорю, как увидел, блядь. Аж 2 гранаты закинул, да? Ну да. Нет, ну я тебе сразу понял, я вижу еще сверху движение. Я еще... Так, эти все сообщил? Да-да-да.
Так и второй, получается, тут тоже, да? Не убежал. Открывай рот. Там у него огромный, как у крокодила, да? Так, сейчас я посмотрю в очко. Куда посмотришь? В очко. Ты не ослышался. Заходим. Облёванный диван. Здравствуйте. Вот стоит сразу здесь за стеклом. Давай ему сейчас, давай его завалю. Бросайте оружие! Смотри, смотри, назад, назад, Денис. Брось пушку, быстро! Бросай оружие! Откуда они стреляют? Короче, я вальнул его. Там еще один. А я его тоже вальнул. Хорошо, я понял. Еще там один был дальше. Ну а как с ними? По-другому никак. Конечно, у них большие пушки, связываются с ними не игрушки. На колени, руки вверх! Мы его подстрелили, нужна скорая. Да вообще таких, мне кажется, таких уродов надо валить как бы на месте. Стаб, это группа захвата. Посвети, здесь где-то пушка лежит. А, я понял. Вообще, конечно, это не профессионально. Мы должны были бы взять этих всех живьем. Но... Если они такие... противные, что с ними делать? Как бы да, как бы согласен, да. Я ему вроде крикнул, там, встать на колени. Разработать рот. Да, открыть рот, закрыть глаза. И смотри, ой. Все. Там один проходил. Я случайно убил. Нас труп. Понял вас. Продолжайте выполнять задание. Еще один побежал. Подозреваемый мертв. Сверху идет. Жду вашего сигнала. Прикрывай сверху. Давай, спускайся вниз, добей того гниду. Он или упал там дальше, или где-то там. Ладно, возвращайся. Наверху там точно есть. Мы уже просто из спецназа превратились в шутер какой-то. Готов. Как меня шатает. Мы раним, нужны медики. Понял вас. Медики и транспорт на подходе. А, тут крыша. На колени, быстро! Мне нужна помощь. Сейчас иду. Я же еще как черепаха пока, блядь, дойду. Ладно, подожди, не надо. На колени, быстро! Брось пушку, быстро! Держу его. Тут слишком много дверей. Подозреваемый задержан, можно забирать. Все гранаты просрал на него. Продолжайте выполнять задание. Солики чисто. Ага, видел. Полиция, бросить оружие! Слева от машины был. Полиция, бросить оружие! Все. Мы задержали подозреваемого. Группа захвата штаба. Руки вверх! Подозреваемый мертв. Полиция, держать руки на виду! Сейчас перезаряжайся. Нам сказали, что ситуация накаленная, что они вооружены очень сильно. Вот мы и действуем по обстоятельствам, скажем так. Надо здесь проверить. Ага. Тут мы зашли. Так, что там у нас еще осталось? А вот эта тачка, которая взламывана. Еще отвязал. Ну, она... Сигнализация орет. А. Дверь открыта. На колени, руки вверх, выполнять! Эх, не суждено мне вернуться домой к жене, к детям. Группа захвата штабу. Подозреваемый убийц в перестрелке. Согласен. Ага, доклад в штаб. 15 из 17.
Значит, не все. Меня доложил? Да. 16 из 17. Полиция! Чёрт. Держать руки на виду! Чучело это доложил. Сзади тебя дверь еще есть. Как тут ничего не заходит? Руки вверх, быстро! Вот это? Да. Там еще много дверей. А тут что, блядь, Гарри Поттер, блядь, живет? Подлежит. Как будто ждет своей. Руки распластал. Красавчик. Приуныл, чувак. Не говорю. Да я еще. Прилет. Я же еще хожу, блядь, как этот. Ты наверх ходил, кстати? Ну, видишь, ходил, вот. А, вижу. Ходил, ходил. Не, ну я же еще схожу, конечно, на пиздец я какой-то. Я же еще, блин, хожу из этой брони медленно. Такой, я буду такой Джонни с этого, с Дикого Запада, с револьвером. Так, блин, ну явно остался еще один доклад, но надо быть более внимательным с докладами. Джибуки. Нет, мне не нравится. Спустись туда вниз. Сейчас. Посмотрю. Ну этого мы точно докладываем. Сейчас тут пройду. Перестроиться. Перестроиться. Защищаем. Зачистите. За мной. За мной. Этого жмурика доложили. Руки вверх, быстро! Поиграть могу? Полиция! Держать руки на виду! Не время играть, тебе надо доложить. Давай. Можно было доложить, что тут оборганы дела. Ты вернись к той лестнице. Там, все, по-моему, еще двери есть. Сейчас. Как минимум две, по-моему. Даже две? Угу. Вниз туда спускайся. Вот я сейчас туда пришел. Видишь, тут я был. Тут коморка Гарри Поттера. Ну, а прямо, прямо иди. Не-не-не-не, не сюда. Что, красавчик? Что я не доложу? Что я не доложу? Блин, странно. То, что мы перелупили всех, это в гадалки не ходи. Слушай, а этих мы подокладывали самых первых? Да. Вот. Здесь тяжело раненый, пока еще дышит, нужен транспорт. Гандон. Понял вас. Медики на подходе. Прятаться. Ну, красавчик, тяжелый. Видишь, тяжелая броня затащила. 20. Неоправданное применение оружия. Нелетального действия. В смысле неоправданное звание каратель. Ну ладно, ну согласись. Здесь как бы мы, да. Ну переборщили немножко. Переборщили. Убито преступников 7 из 14. Ранено 4 из 14. Ну, так мы еще по-божески, в принципе. Не всех же подчистую. То мы только троих арестовали, остальных всех положили.
я занервничал, ты занервничал. То есть, ну, бывает. Но как... Они сами просили. Только хотел сказать. Но как бы там ни было, спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, присоединяйтесь к карателям. Каратель — это модно, стильно, молодежно. До скорых встреч. Всем пока.